Всем привет! Продолжаем гулять по Питеру. Вот у меня образовалось тут пару выходных дней, и я решил вам показать Питер с водой. Давно я что-то на корабликах не плавал. И вот взял билет. Билет стоит 700 рублей. Вот кунсткамера. И немножко по Неве и по каналам Питера прошлись. Посмотрели на дома. Красота, конечно. Так неприятно, что я живу в таком красивом городе. Говорить ничего не буду, рассказывать не буду. Просто посмотрите. Ну, кто досмотрит, тот досмотрит. Кто не досмотрит, тот не досмотрит. Самое главное, что если вдруг кто-то будет когда-нибудь у нас в Петербурге, есть смысл, конечно, пройтись на кораблике по каналу, посмотреть наш красивый город. И посмотреть есть что, поверьте. Все, всем пока, всем привет, до свидания. Будете в Питере, обязательно все-таки пройдите по каналам. Это интересно. Я добавил немножко скорости, чтобы это было, ну, более-менее смотрибельно и не так вяло. Пока-пока. Пока-пока, до свидания.